настоящие коммунисты. Номер два в избирательном бюллетене. 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 Каждый трудящийся заслуживает достойную зарплату. Работающий не должен быть бедным. Мы предлагаем увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. Справедливая Россия за правду и за тебя. Несправедливая пенсионная реформа отнимает заслуженные права у наших граждан. Пора вернуть прежний пенсионный возраст. Справедливая Россия за правду и за тебя. ЛДПР – партия реальных дел, о которых можно и нужно рассказать. За минувшие 5 лет в региональное отделение партии поступило более 2000 обращений граждан. Наши юристы провели сотни выездов по всей Смоленской области. И это правда. Поддержали организацию швейных цехов, которые ежедневно вносят вклад в общую победу России. И это правда. ЛДПР – сила в правде. Мы ценим прошлое, но пришло время двигаться вперед. Новые времена, новые люди, движение разумных людей. Мы ценим прошлое, но пришло время двигаться вперед. Новые времена, новые люди, движение разумных людей. Во времена Советского Союза первыми в бою и труде были коммунисты. Коммунист Егоров водрузил знамя победы над поверженным Рейхстагом. Коммунист Гагарин проложил дорогу в космос, прославив нашу страну и родную Смоленщину. За 18 лет руководства нашей области коммунистом Клименко главным принципом жизни был лозунг: «Живешь на Смоленщине – будь строителем». В стране более 40 миллионов пенсионеров. Многие из них живут за чертой бедности. Петровна, куда собралась эта зараза? Я летом ты с города лишнее все продаю. Мне дают денежки, и мне хватает. Мы против бедности и равнодушия. Вместе мы сила. Партия пенсионеров представляет и защищает ваши интересы. Голосуй сердцем.